Здорово, ребята! Здорово, ребята! Короче, я подумал, зачем мне сидеть где-то, блядь, 2 недели в бане, если я могу, сука, просто подрубить на Твиче и с вами, собственно говоря, делать то же самое, что на... Ну, что на Твиче. А потом вернуться на Твич. Ну, я подумал, блядь, это же отпуск. А я считаю, отпуск нужно проводить правильно. От меня малышка бегала, питараска негорка, питараска негорка. Ты да у них обидь, у тебя в голове барда. Что же ты наделала, что же ты наделала? Кстати говоря, насчет причин бана. Я, кстати, не знаю почему, но походу некоторые в ТикТоке на полном серьезе решили, что моя причина бана — я ел каки. Алло, это ирония была. Но я думаю, это было очевидное сообщение. Меня забанили за стрим 2-месячной давности. Вы вдумайте, 2-месячной давности. Это супер редкая хуйня. То есть да, это не недавний бан, считай. Это за то, что было, ну считай, в прошлой жизни. 2 месяца назад. Представь, сколько стримов за это время было. Причем забанили именно за стрим, где мы общались, получается, с этой с девочкой, которая пришла от Дизи и рассказала то, что мы хейтрейдим Дизи. Это самые интересные чуваки. Потому что, ну, получается, если ебашит по стриму 2-месячной давности, появляется огромный вопросик. Огроменный вопросик. А нахуя? Причем там, давайте я просто прочитаю вам причину бана. Она довольно интересная. В принципе, вы видели в этом, в ТикТоке. Ой, в ТикТоке, блядь, в Телеграме моем. Но можно как бы еще разок это все объяснить, поговорить на эту тему. Я думаю, вам будет интересно. Получается, били по стриму вот как раз-таки 2-месячной давности. 5 июня, который проходил. Вот именно с дебатами моими со школьницей Адизи, чтобы вы понимали. Меня забанили за направленное разжигание ненависти. Направленное разжигание ненависти кому? Вот том-то и прикол. Забанили за стрим 5 июня, который был сделан 5 июня. Причем зацените, что добавили к примерам нарушений. Ну то есть просто вспомните тот стрим и посмотрите на примеры нарушений, очень внимательно. Оскорбление человека с использованием унизительного обращения с учетом его этнической принадлежности. Чего, блять? Букмекер Пари окружает игрой и дарит эксклюзивный фрибет 3000 рублей всем новым клиентам по промокоду EVC на сайте pari.ru. Пари окружает игрой. Утверждение, что другой стример обладает более низким интеллектом из-за гендерной принадлежности. Я, короче, вот мы с ребятами, когда писали опилку, мы подумали, что это связано с мисгендерингом. Мисгендеринг, кто не знает, это такая тема, короче, когда вот, вы знаете, там есть она, они, оно, там через дефе, тире, блядь, вот это все. И вот когда ты путаешь его, ты когда его путаешь, получается, тебе могут за это предъявить. Потому что это их ущемляет. А там была как раз ситуация, когда я общался, вот, получается, с этой девчонкой, а это казался мальчиком. И я такой, ой, блядь. Но опять же, она никак не представлялась, и никак же меня не останавливала до конца, можно сказать. Поэтому как будто бы это даже выглядит как рофл. Но, как вы видите, это могли дожать. А если это отношение именно к Дизе, ну, блядь, это просто пиздобольство. Это прям пиздобольство лютое. Ну, типа, я точно там не называл Дизи каким-нибудь пидорасом там. Ну, 100% нет. Это 100%, я вообще никак не называл. Я наоборот говорил то, что у меня аудитория не должна никому ходить и идти. А следующее заявление о том, что другой человек опасен для общества из-за его религии. Вы понимаете, да? Какая-то все супер дожатая хуйня. Выглядит так, как будто чел, который умеет писать опилку, просто, ну, написал ее. И хорошо, что мне еще сократили ее буквально до, на 14 дней. Ну, короче, мне там сказали, мы посмотрели вашу опилку, мы вам отменять не будем блокировку, но вы можете пройти курс, тестик, и тогда мы вам сократим до 14 дней. Я, конечно, успешно прошел тот курс, и все нормально. Так что все окей. Но у меня появляются огромные 2 вопроса. Первое. Кто связан с этим баном? Потому что я, во-первых, впервые, я с другими стримерами тоже говорил, я впервые вижу такую причину бана. Я скажу, я братишкину показал, он такой, что это такое нахуй? Вот помните, когда начали банить от правительства, там, ребят, которые проживают в ДНР, ЛНР и так далее? Вот, тогда никто не ебал, что это за причина бана. Вот это ровно та же самая хуйня. Та же самая ситуация, никто не понимает, что это за причина бана и откуда оно вообще прилетело. И самое главное, она прилетела не за недавний стрим, а за стрим 2-месячной давности практически. То есть, проще говоря, тебя могут забанить, блядь, за все что угодно, ну, тогда по этой логике. Тебя просто отроют стрим годовалой давности и забанят. Но согласитесь, если это было действительно так, то как будто бы каждый стример должен был сидеть в тюрьме, ну, постоянно. Согласны? Ну, прям постоянно. И появляется очевидная теория, что бан либо кинул сам Дизи,
Насчет вот этого, кстати, я хочу уточнить, потому что я пока что не уверен на это 100%, но я спросил Хесу об одной вещи, которую скажу позднее, и вот она, скорее всего, мне и подтвердит или опровергнет мою теорию. Либо сам Шизик. Но почему я не уверен, что это какой-то Шизик именно из русских? По той простой причине, потому что, ну, посмотрите на темы. Да и тема мисгендеринга — это вообще не то, что кидают у нас. Это как раз-таки вот популярная тема за рубежом, но вообще не у нас. Так что я так сижу и думаю, ебать. Допустим, это кинула вот та девчонка или пацан, которая обосралась и обиделась и решила кидать репорт по причине того, что, ну, еще братишкин с нее посмеялся. Потому что как раз он посмотрел этот ролик, естественно, аккурат этого бана, и как будто все сходится, да? Но я просто напоминаю изначальную фразу Дизи. Мы ответственны за то, что делают наши подписчики. И вот тут очень интересный момент. Что-то мне подсказывает, что он сейчас в этот момент будет нихуя не ответственен за то, что делают его подписчики. Он просто скажет: ну, блять, правила нарушены. Типа, и чё, я буду писать апелляцию, ёбаный в рот? Так что, как бы стрелочка не повернется. Но я, если вам интересно, через Хесуса спросил, будет ли Дизи, отправлять встречную опилку, ну, чтобы меня разбанили. Потому что, ну, очевидно, кидать репорты на стримеров — это уебанство. Правильно? Это же, ну, как бы он сам это продвигал. Правильно? И агитировать аудиторию как любыми методами на это плохо. Правильно? То есть, ну, по-хорошему должен разбанить. Но если он этого не будет делать, это прям супер минус реп для нашего американца. Но, кстати, на самом деле, это даже забавно, что так история заканчивается, потому что теперь это прям, как либерал показал свое лицо. Есть, конечно, шанс, что это какое-то третье лицо, которое никак, блядь, не связано с Дизи, но я думаю, человек, который, никак не связан с Дизи, кидал бы мне репорты, он бы кинул хотя бы даже на предыдущий стрим, где была сиська. Давайте будем честны, согласны? Ну или на до-до-до, где-то пусть... А, блядь, где в GTA играем, и там без остановки пидоры и негры, банворды. Так что выглядит все так, что как будто Дизи сам ущемился и сам написал репорт. Поэтому я жду, получается, фразу от Хесуса, ответку, то есть от него сообщение от Дизи. Если Дизи скажет, что он ничего делать не будет, у меня вопросов нет. Потому что получается, по его мнению, вся вина кладется на него. Получается, это его аудитория кинула, значит, он ответит на нее, значит, он согласен с ее позицией. Ну, как бы, он берет на себя вину. Это опять же его позиция. Это я не докидываю, это его позиция. Он с этой позиции гнал на братишкина. Да не думаю, что он будет он что-то делать. Он не будет, он-то и прикол. Потому что, во-первых, скорее всего, он в курсе насчет этого бана. Опять же, это мои додумки, но судя по тому, как это все работает, действительно, 80% уверен, что это сам Дизи сделал. Либо и вот именно его какие-то модераторы, которые с ним общались. Потому что слишком нацелено на суперстарый стрим именно по каким-то, блядь, темам, которые вообще не популярны у нас. Ну давайте будем честны, если бы кидал наш челик репорты, это было бы тупо разжигание ненависти. Ну направленное разжигание ненависти. Блядь, я в первый раз такую хуйню вижу. Поэтому и плюс мисгендеринг, сомнительно. Так что вопрос к Дизи.